Друзья, привет! Мы находимся в Лейпциге, городе Баха, Вагнера, Ницше. Но мы приехали сюда не ради туризма, а с особенной миссией – показать вам то, чего вы так долго ждали. Производство. Линейки. Шейков Daily Delicious. Вот, наконец, мы приехали на производство, и настала пора зайти внутрь. Компания Анона – компания с большой историей. Все началось с мельницы. С 1826 по 1945 год это была мукомольная фабрика номер один рядом с рекой Мульда. Впоследствии деятельность компании серьезно поменялась. Мы начали работать над новыми продуктами, и уже около 25 лет мы разрабатываем и выпускаем спортивное питание и пищевые добавки. Мы уделяем огромное внимание качеству. На протяжении многих лет мы сертифицированы по стандартам IFS и GMP. Мы тщательно проверяем каждый компонент, прежде чем пустить его в производство. В ближайшее время мы намерены вместе с вами разработать новые интересные продукты. Уже идет работа по определенным направлениям, и мы надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества с компанией Coral Club. Друзья, а сейчас мы находимся в Святая Святых Анона, место, лаборатория, где создаются новые вкусы. Давайте посмотрим. Разработка высококачественных протеиновых продуктов требует серьезной подготовки. Мы берем только лучшее сырье и проводим ряд экспериментов для того, чтобы создать уникальный рецепт. На нашем складе в Аноне хранится большой набор натуральных вкусовых добавок, которые мы уже долгое время знаем и можем использовать. Огромную роль играют цвет, вкус и запах конечного продукта. Хороший результат получается только тогда, когда все компоненты правильно сочетаются между собой. Сейчас мы работаем над новым вкусом – сочетание апельсина и манго. Новый продукт уже почти готов, и скоро мы с радостью его представим. Особенно непросто было создать сочетание таких ингредиентов с молоком. Мы приложили много усилий, чтобы найти способ, позволяющий получить продукт с прекрасными вкусовыми качествами. По-моему, у нас это получилось, и мы надеемся, что продукт будет успешным. Я счастлив, когда после многих попыток и долгой работы удается достичь хорошего результата. Это мотивирует и вдохновляет. Мы находимся в цехе для смешивания ингредиентов, в котором расположены два миксера. Вертикальный – для деликатного смешивания компонентов и горизонтальный миксер. Внутри работают 4 ножа, которые вращаются со скоростью 2000 оборотов в минуту каждый. Сейчас здесь смешиваются 2 тонны будущего коктейля Daily Delicious, а это на секундочку 80 тысяч порций. Но прежде чем попасть в миксер, весь набор ингредиентов проходит тщательный контроль и взвешивание. Для того, чтобы обеспечить сбалансированность каждой порции Daily Delicious. И только после этого отправляется на смешивание. Мы находимся в месте, где мешки, большие мешки с готовой продукцией, их еще называют суперсеки, ожидают своей очереди, чтобы быть упакованные в цехи под нами. Аромат невероятный. Готовая смесь поступает на конвейер. К этому моменту уже выбраны и утверждены дизайн, форма и этикетка будущего продукта на выбранном языке для каждой конкретной партии. На специальном оборудовании она фасуется, герметично запаивается и еще раз тщательно взвешивается. После этого готовая партия поступает в зону отгрузки, из которой она отправится в страну назначения. Так начинается путь Daily Delicious
от лучших европейских производителей здорового питания к тысячам людей по всему миру, чтобы каждый ваш день начинался с заряда красоты, бодрости и здоровья.